В этом году к месячнику борьбы с меланомой Департамент здравоохранения Брянской области подготовился основательно. В начале 2023 года для областного кожвендиспансера закуплено новое оборудование для ранней диагностики кожной онкологии. Появилось такое оборудование, это цифровой дерматоскоп с тотальным картированием телом и искусственным интеллектом. На этом аппарате можно до 90% случаев выявить меланомы. За 3 месяца фотофиксацию кожных новообразований прошли почти 700 человек. Для пациентов кожвендиспансера такое исследование бесплатное и порой единственно доступное для выявления меланомы. Меланома является одной из агрессивных опухолей кожи, которая приводит к летальности большой. И если взять, допустим, из 100 случаев смертности от онкологических заболеваний, то где-то 40 человек это именно умирает от меланомы кожи. Чаще всего рак кожи развивается из родинок или невусов, пигментных пятен. Когда родимое пятно изменяется, допустим, в цвете, в размере, становится более светлым или более темным, вплоть до черных оттенков, края становятся более неровные, появляется воспалительный венчик вокруг новообразования, либо оно начинает кровоточить, изъязвляться, трещины, что нужно обратить на это пристальное внимание и обратиться к дерматологу для проведения осмотра и дерматоскопии. Высокое разрешение цифровых снимков позволяет уже по фотографии заподозрить злокачественное новообразование. Но главное, дерматоскоп делает подобную фотокарту пациента со всех сторон, заносит ее в память, что позволяет провести сравнительное исследование в динамике. Кроме регулярного обследования, специалисты советуют беречь себя от излишнего солнечного излучения. Начало летнего сезона призываем пациентов следить за своей кожей, за своими родимыми пятнами, защищаться от солнца, пользоваться солнцезащитными средствами, одевать головные уборы, защищать открытые участки тела. Особенно следует беречься большого солнца людям со светлой кожей, с отягощенной наследственностью, получающим лучевую или гормонотерапию. В этом году акция «Дня борьбы с меланомой» в Брянском областном кожвендиспансере пройдет 23 мая. Алексей Есипенко, Виктор Левченков, Брянск.